Как iPort разводит людей на ремонте. Недавно мой iPhone упал с 30 метров, разбился в слюне. Я решил написать в iPort. Здравствуйте, мне нужен ремонт iPhone 12 Pro. Замена аккумулятора 6000, замена задней панели 10500, замена камеры 18000. То есть корпус, камера и аккумулятор 48000 за ремонт. А если я на YouTube включу подробный гайд, может удастся чуть-чуть сэкономить? То, что сэкономите, это маловероятно. Что ж, вызов брошен. Зашел на Авито. Камера 3000 рублей, корпус 5000 рублей, фонарик 500 и аккумулятор на сдачу взял. Сначала нужно было снять дисплей. У меня долгое время не получалось этого сделать, мне пришлось взять фен. Все снял. Дальше все по гайду, разбираем, откручиваем винтик. Никакой хитрости в этом нету. Да, у меня был набор свой. 4 отверочки вы можете купить рублей за 300. Самое сложное в ремонте было это перенести с проводную зарядку. Вроде получил. Вроде решил. Вы понимаете, я по сути сэкономил почти 140 тысяч рублей. Есть небольшой нюанс. После сборки у меня остался один лишний винтик. Ну, все работает, может он и не нужен. Если у вас руки растут из того места, самостоятельно получится сделать ремонт. Но, на всякий случай, проконсультируйтесь со специалистом. И я вам на примере рассказал,